Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 17 декабря». Сегодня утро в Одессе начинается со взрывов. Первый взрыв прозвучал в 6:25, и буквально секунд через 30 прозвучал очередной взрыв, и уже через несколько минут в городе началась воздушная тревога. По предварительной информации сообщают о том, что отработало ПВО, но почему отработало, информации нет. Я имею в виду по ракете или по дрону «Камикадзе». На данный момент больше взрывов никаких, слава богу, не слышно. Вот. Но еще раз повторюсь, что сначала в городе прозвучали взрывы, и после которых началась воздушная тревога. Я буквально только проснулся, собирался записывать для вас очередное видео, открыл окно. И вот во время открытия окна как раз таки взрыв прозвучал. Берегите себя, лучше пройдите в укрытие, потому что обстановка непонятная, чем нас атакуют. Кто находится в Одессе, имею в виду. Как будет обновляться информация, обязательно буду сообщать ее на своем канале. Всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Не забывайте подписываться на канал. До встречи, пока.